Что касается композиции. Композицию преподавать буду лично я. Это связано с тем, что до выхода моей монографии, где расшифрована идея, благодаря которой я получил визу гения, которая звучит очень просто, отказ от тональности. До выхода монографии никаких видеоуроков в интернете ни в одном регионе мира не будет, только индивидуальные уроки. И в русскоязычном сегменте я собираюсь на конкурсной основе отобрать 10 человек, которых я сделаю последовательными носителями моей идеи в будущем.